Как хорошо, что мы сегодня на пикник пришли. Погодка такая весенняя. Да, дорогая, погодка и правда замечательная. Вау, вау, вау. Собачку нашу прогуляем. Как здорово, птички поют. Девочки, смотрите, кто-то мячик потерял. Давайте играть. Лови, русалочка. Ой, девочки, смотрите, какая-то собака. По-моему, она себя плохо чувствует. Собачка, что с тобой? Ты не заболела? Барби, где же наша собачка делась? Я не знаю, Челси. Может, куда-то отошла погулять? Девочки, по-моему, у этой собачки должны появиться щенки. Вам так не кажется? Да, мне тоже так кажется. Ой, посмотрите, щеночек. Посмотрите, какой миленький. Кушать, наверное, хочет. Теперь нам бы найти хозяина этой собачки и малыша. Наверное, нужно обратиться к нашему волшебному цветку. Идемте к волшебному цветку. Он точно поможет найти хозяев этой собачки. А вот и волшебный цветок. Волшебный цветок, помоги нам найти хозяев этой замечательной собачки. Приведи нас к нему. Да, приведи, приведи. Скорее. Здравствуйте! Это не вы случайно собачку потеряли? Мы. Ой, маленький щеночек, а ты откуда? Этот щеночек у вашей собачки родился. Мы нашли собачку. И родился вот такой замечательный маленький щеночек. Какая прелесть! Спасибо вам, девочки, что нашли нашу собачку. А то вы такие, давайте познакомимся. Я Барби. А мы девочки Лол. Присоединяйтесь к нашему пикнику. Спасибо, с удовольствием. Вам понравилось это видео? Тогда ставьте лайки и подпишитесь на наш канал. Видеообзоры for Kids. Пока-пока.